запад, им в другую сторону. Уходили комсомольцы, а на гражданскую войну. Уходили, расставали, покидая тихий край. Ты мне что-нибудь родная, а на прощанье пожелай. И родная отвечала, и я желаю всей душой. Если смерти, то мгновенной, а если ран небольшой. А еще тебе желаю, дорогой товарищ мой, чтоб со скорою победой обратился ты домой. Он пожал подруге руку, глянул в девичье лицо, а еще тебя прошу я, а напиши мне письмо. Но куда же напишу я, как я твой узнаю путь. Все равно сказал он тихо, а напиши на гражданскую войну.